Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на музыкальном канале Крикбенд. Здесь, значит, вы можете найти авторское мое творчество и всякие каверы, и, в общем, всякие музыкальные наблюдения. И сегодня я хочу рассказать небольшой такой лайфхак, который поможет разнообразить аккорд, обычный аккорд, который вы уже выучили, который вы играете, перебираете. АМ, ДМ, Е, Ж, С, все вот эти вот аккорды. Как их разнообразить, чтобы они были поинтереснее звучали? Видео рассчитано, конечно же, на тех, кто начинает учиться и, возможно, не дошел еще до такого прикольного приема, который разукрасит вашу игру на гитаре. А если уже дошли, то расскажите, может быть, у вас есть еще какие-то интересные, еще более интересные приемы. Так вот, вы уже выучили аккорды АМ, ДМ, Е, соль, которая Ж, ну или вот так, возможно, вы ее зажимаете, да? С, И. Хитрость. Хитрость такая, что можно то отпускать указательный палец со струны, то зажимать во время перебора. И тогда наш аккорд становится интереснее в звучании. Итак, сравним. У нас есть аккорд АМ, и мы его играем простым нашим перебором. Или меня это сложный перебор, да? Или как он там? Ну, вот такой перебор. И теперь мы то отпускаем указательный палец, то зажимаем струну заново. То же самое с ДМ. Да то же самое с Е сделать можно. И то же самое можно сделать с С и Ж. И можно послушать, как это звучит, предположим, с барабанами. Запишем. Еще у нас есть мизинец. И мы можем то ставить, то убирать мизинец. И у нас получится... у нас получится еще более разнообразно. Пробуем. Вот и все. И я думаю, что эти приемы, ну, они все равно сделают ваши аккорды поинтересней. В общем, мы просто то убираем, то добавляем указательный, то убираем безымянный. Безымянный, указательный, просто как вот душа вам ляжет, да, вот, как захочет душа, так и делайте. И еще один интересный момент. Можно убирать с аккордов, уже поставленных аккордов, убирать безымянный палец. Если вы будете убирать безымянный палец с аккорда АМ, он будет звучать уже по-другому. Но он будет вроде тот же АМ, но уже поинтереснее звучать. Смотрите, вот у нас АМ. Убираем безымянный. И добавляем еще вот эти игры указательным и безымянным. Ой, мизинцем. И
если мы добавим, уберем безымянность аккорда ДМ, тоже получится интересный звук. Но он здесь какой-то более неустойчивый, но он все равно может быть. Когда мы играем ДМ, мы можем убирать безымянный, добавлять мизинец, и получается разнообразие аккорда. Аккорд С. Убираем указательный. Ну и аккорд с Ж. Здесь можно тоже убрать безымянный с первой струны. И получается интересно. Получается интересно. В общем, там просто поиграться надо, да, где-то что-то свое добавить, что-то не добавить. Ну и все. И я думаю, что эти приемы разнообразят вашу игру на гитаре. Пишите в комментариях, может быть, есть еще какие-то интересные приемы. И еще хотел что сказать. Если даже играть перебор на первой, второй, третьей струне, и на второй, третий, четвертый, вот эти две разные взять набор струн, то и сам перебор звучит по-разному. Смотрите. А если играть на четвертый, третий, второй, уже звук другой. Итак, вот все, что связано с разнообразием аккордов. Убираем указательный, добавляем мизинец. Убираем безымянный, добавляем указательный, убираем указательный, и все. И аккорд звучит уже разнообразней. Всем спасибо, заходите на наш телеграм-канал, там есть чат, мы там общаемся, будем вам рады. Заходите, всем удачи!